Итак, всем привет! Сегодня 8 декабря 2015 года. Купил сосиски. Вот такие вот. И буду сейчас делать на них обзор. И буду говорить, на сколько баллов они тянут. По 5-бальной шкале. Вот сосиски называют «Папа может». Так, сейчас, минуточку. Так, тут просто на стол вытекло чуть-чуть из упаковки с сосисками. Сейчас вытру. Вот. Ну, короче, вот такие вот сосиски «Папа может» называются. «Папа может» сосиски сочные. Вот так вот они выглядят. Вот крупным планом. Тут состав: свинина, вода, филе грудок куриных, мясо птицы куриное, растительное масло, говядина, белковый стабилизатор, соль, животный белок, молочный белок. Короче, много тут всего. Вот, в этой упаковке 600 грамм. Сейчас будем открывать его есть. А, сейчас я кружку забыл еще все взять для кефира. Кружечку еще взял, кефирчик буду пить. Вот, а кефир я буду такой пить. Домик в деревне, кефир 3,2%. Я уже делал обзор на кефир «Домик в деревне», но там 1% был. А здесь 3,2%. Так, сейчас кефирчика нальем. Кефир такой густой, вообще как сметана. Так, ну вот, в общем, короче, делаем обзор вот на такие сосиски. Берем сосиску одну. Вот так вот она выглядит. Написано: сосиски сочные. Папа может. Так, снимаем тут с нее. Хлебушек у меня тут приготовлен сразу. Так, ну что, начинаем пробовать. Сосиски очень вкусные. Классные. Чувствуется, что мяса в них много. Такие мясные сосиски. Вообще очень вкусные. Ну, по 5-бальной шкале могу сказать, что они тянут вообще на 5 баллов спокойно. Вообще очень вкусные мясные сосиски, классные. Не пересоленные, ничего, блин, очень вкусно. Кефир тоже классный, вкусный. Кефир вообще такой густой, как сметана, вот, вот. С консистенцией он видна. Сметана густой вообще. За кефир тоже ставлю 5 баллов. Вот за такой кефирчик тоже 5 баллов. Очень вкусный, по консистенции похоже как на сметану. Вообще очень густой. Такие вот сосисечки.
В общем, за вот такие сосиски папа может сочные. Я ставлю 5 баллов, потому что вообще очень вкусные мясные сосиски, вообще классные. Офигенные просто. И вот за такой кефир, домик в деревне, 3,2% ставлю тоже 5 баллов. Тоже очень вкусные, по консистенции на сметану похоже. Вот. Ну ладно, всем приятного аппетита, всем счастливы, всем пока и до новых встреч.